Заболеваемость новой коронавирусной инфекции в Хабаровском крае потихоньку идет на спад. Коечный фонд сокращают сейчас из 2000 коек 650 свободны. С начала пандемии выздоровело почти 40,5 тысяч человек. Но врачи предупреждают, COVID-19 опасен не только во время течения болезни, но и после выписки своими последствиями. Медики советуют через месяц-два после выздоровления обследоваться в Центре здоровья ВИВЕ, чтобы получить рекомендации по дальнейшей реабилитации. Подробнее расскажет наша коллега Наталья Чернышова. Проверить свое здоровье рекомендуют жителям края, которые недавно переболели коронавирусом. В Центре здоровья ВИВЕ можно записаться на бесплатное обследование и сделать скрининг сердечной и дыхательной систем, сдать кровь на сахар и холестерин. Александр Добровольский подхватил COVID-19 в октябре. Сначала, как и многих, с ног сбила температура, потом навалилась слабость. Это надо прочувствовать на себе, чтобы понять, что это такое, когда просто с постели доходишь до кухни и уже устал. Вот эта слабость продержалась почти месяц. Слабость чувствуется до сих пор, говорит Александр. Поэтому он и пришел на диагностику. Обследование занимает час-полтора. Примерно в 20% случаях после перенесенного ковида у пациентов наблюдают последствия, которые требуют врачебного вмешательства. Бывает так, что переболел пациент, в общем-то, даже достаточно легко, ну а потом впервые выявлены сахарный диабет, впервые выявлена дислипидемия, артериальная гипертония. Они есть проходящие, то есть они где-то месяц-два, но в это время обязательно человеку нужна помощь медицинская. Для обращения в Центр здоровья нужен только полис ОМС. В случае необходимости врачи разработают программу восстановления после перенесенного заболевания. В реабилитацию здесь входит несколько параметров. Это может быть и медикаментозное, и использование дневного стационара, и какие-то физиопроцедуры, и лечебная зарядка. И у нас тоже вот здесь в данном центре есть массажные кабинеты, есть лечебная физкультура. И все это возможно использовать тоже в реабилитации пациентов. Кроме того, в Центре здоровья можно бесплатно получить вакцину от коронавируса. Каждый день здесь прививают порядка 70 человек. Наша вакцина прошла третий этап испытания, и сейчас она признана лучшей в мире, самой безопасной и самой эффективной. Записаться на скрининговое обследование в Центр здоровья ВИВЕ можно по телефону 452-066. Наталья Чернышова и Николай Трохин. Смотри Хабаровск. В Центре здоровья не требуют подтверждающих документов, например, результатов теста, что человек действительно перенес коронавирусную инфекцию, но просят пациентов по возможности принести медицинскую карту или выписку из нее, чтобы вполне составить рекомендации по восстановлению здоровья.